Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусного компота на зиму, который называется малиновый мохито. Итак, какие продукты мне понадобятся для приготовления этого замечательного компота? Главные ингредиенты — это у нас мята и лайм. Но так как у нас мохито малиновый, очень много малины, красная смородина. И для насыщенного вкуса и цвета мы добавим красную сливу или алычу и сахар. Первым делом ставим кипятить воду в большой кастрюле. Пока вода греется, подготовим продукты, уложим их в банки. К этому я уже подготовился. Банки и крышки я простерилизовал заранее. У меня здесь 3 банки, где-то по 800 литров. На дно банок выкладываем красную сливу. Но для начала я ее надрежу по кругу, чтобы она быстрее отдала свой вкус и цвет. Надрезаем. Можно просто пополам, можно на 4 части. Кладем в банку. По 3 штучки на банку будет достаточно. Укладываем мяту. 3-4 веточки, я думаю, будет достаточно. Крупными кольцами нарезаем лайм, обрезаем плодоножку и жопку. Это нам не понадобится. И этот кусочек делим на 3 части, приблизительно равные. Получается из расчета 1 лайм на 1 банку. Имейте в виду, лайм можно заменить на лимон, но вкус уже будет не тот. У лайма более ярко выраженный тропический вкус, а у лимона более нежный. Сейчас в магазинах, в принципе, все продается, не так дорого. И все можно купить в любое время года, а тем более сейчас лето. Осталось выложить малину и смородину. Приблизительно 200-250 грамм на банку. И сверху добавляем смородину. Вот так, по пару веточек. Думаю, будет достаточно. Вот так. Пока я раскладывал ягоды, вода скипела. Аккуратно разливаем кипяток. Наливаем столько, чтобы покрылись только ягоды. Сначала наливаем понемногу, чтобы банка прогрелась и она не лопнула. И затем доливаем, чтобы ягоды полностью покрылись кипятком. Сразу накрываем стерилизованными крышками и оставляем на 10 минут прогреться. Прошло 10 минут, сливаем обратно воду в кастрюлю. Смотрите, как окрасилась вода. Запах стоит на всю квартиру. Пахнет лаймом, мятой, малиной. Ой. Кто занимается закатками, у тех, я думаю, есть крышки специальные для сливания жидкости из банки. Но у нас их нету. Здесь пробуем. Сливаем так. Это специальная капроновая крышка с дырочками, чтобы сливать компот или рассол, как кому, для чего, кто ее для чего использует. А также ее используют для того, чтобы оставить ягоды и слить весь сок. Всыпаем сахар. Количество сахара кладите на свой вкус, больше или меньше, кому как нравится. Все, ставим кипятить. Сироп закипел, разливаем его по банкам. До полной банки доливаем крутым кипятком. И сразу закрываем крышкой. Малиновый мохито готов. Банки переворачиваем на крышку и укутываем. И оставляем до полного остывания. Вот такой вкусный аромат